Поздравляю, конечно, наших болельщиков в первую очередь. Пришли сюда, мы тут нашли болельщиков, тут за нас болели. В общем, с победой и команду соперников. Очень, ну, достойно сыграли, правда, там, нюанс небольшой получился. Ну, а в общем, игра хорошая получилась. Достойно пытались отыграть, без драк, как умеем, взрослый хоккей показали, вышли. В сегодняшнем матче мы показали зубы сопернику, то, что нельзя так делать на нашем льду, мы хозяева этого льда. Нам дали установку играть, мы ее выполнили, но чуть-чуть не хватило мастерства команде. Но по самоотдаче команда выложилась на все 100%. Спасибо ребятам, то, что провели этот матч и доказали то, что мы мужики.